Хей, гости, мишумики, мы продолжаем пройти руку под названием Guacamole 2. Окей, мы остановились на том, что мы с вами прошли одно из измерений. Даже, видите, галочка у нас стоит, там, где мы проходим измерения. Ну, в принципе, давайте, наверное, по сюжету. Вилья Чула. Темнейшее измерение. Здравствуй, Лучидор. Прелестный вечерок, не так ли? Так, там я был, да, внизу. Опа, стопа. Рейди. Ау. Ну что, ребят, вот еще одна ссылочка. Это, если помните, мужика в... как оно называется? Как эта херня вообще называется? В котле. Там мы играли мужиком тоже, голым, с молотком, и он должен был забраться там по всяким предметам наверх, на небо. Какие гирлянды повесили. Средние зеленые. Сегодня вечерок, состоится феста. Здесь часто закрываем вечеринки. В загробной жизни все можно. Надеюсь, я все-таки пригласил Диего. В прошлый раз я забыл включить его в список гостей. Он так расстроился, как знал. О, ребята. Еще одна ссылочка. Это ж Санс и... не Пьер, как его. Санс и... короче, это отсылка на игру Undertale. Ну да, Санс и Пьера, кажется. Какой чудесный день. А сколько народу на рынке? Это магазин исторический. Достопримечательность. Ему уже почти 70 лет. Не хотел бы, чтобы его снесли и на его место поставили какую-нибудь гостиницу. Да, очень не хотелось бы. Стэд. Так, куда мне? Мне сюда, да? Слушай, ты когда-нибудь спрашивал себя, почему мы здесь? Марио Клаб. При жизни мне часто поводилось бывать на выступлении Педро и его ребят. Легендарная команда. Говорят, Педро вот-вот испустит дух. Его товарищи собираются поприветствовать его в мире мертвых новым концертом. И я не с терпением жду, когда снова увижу Педро с гитарой наперевес. При жизни часто доводилось бывать на выступлении его ребят. Легендарная команда. Говорят, Педро. Его товарищи собираются... Мы часто выступали здесь, когда были вы живы. Мы даже стали знаменитостями.
Сейчас мы тоже играем ради своих поклонников, но без нашего гитариста Педро звучание, конечно, не то. Говорят, он уже одной ногой в могиле. Как же давно я его не видел. Жду не дождусь, когда мы снова с ним сыграем. Блин, а знаете, Педро, это получается что-то как раз и есть, да, группа? Которая, типа, босс вот этот. Я дал Маре ей живым... Так, цыпленка, самая драгоценную гитару, но она так и не вернула ее мне. Что тебе, Лучадор, хихи. Не мог бы ты забрать у нее мою гитару? Ох. Струна лопнула. Нужно срочно найти другую. У нас выступление на носу. Это спальный район нашего города. Тут редко устраивают шумные вечеринки. Странно, неужели это черные дыры? Диско-шары. Обожаю, это не на выписке. У них столько цвета экспрессии. И мне как будто снова 18. Так, подождите. Давайте, чтобы я ничего не упускал. В смысле, а это еще не ломал? Я же ломал это все дело. Странно. Я помню, я это все дело ломал уже. Ну ладно. Значит, скорее всего, оно не сохранилось. Странно. А, ты видел Костопай ведьму? Родом из судных земель. Она иногда появляется в городе, и в этой лавке много парф от нее. Мне показалось, или те странные черные пятна стали больше и ближе. Круто. Божечки, у Костопай такая потрясная прическа. Хочу, чтобы мои волосы тоже постоянно развивались на ветру. Эх. Так, мне нужно сюда сначала войти. О, какое-то еще одно измерение. Заметьте, что здесь посуда потрескавшаяся, а здесь целая. То есть посуда тоже может умереть. Дом со множеством дверей. Измерение с... Какое измерение? Дом со множеством дверей, есть такая вещь. Есть тут кто-нибудь? Помогите. Из меня вся моя семья оказалась запертой в доме. Не мог бы ты помочь нам и открыть дверь снаружи? Ага. Открыть дверную дверь за 10 золотых монет. Деревянная дверь открыта. За 10 золотых монет. Большое спасибо, ты наш спаситель. В награду мы хотим предложить тебе фамильные ценности. Они хранятся за вон той дверью. Вперед за заслуженной наградой. Большое спасибо. Надеюсь, ты примешь наши фамильные ценности в знак благодарности за свою помощь.
Да, награда же у тебя прямо за той дверью. Тебе нужно лишь открыть ее и забрать эти самые ценности. Но знаете, стран то, что мы... О, да, огромный сундук, и там по-любому одна монета. Серебряная дверь открыта. Вот они, наши фамильные ценности. Давай, открой, и все содержимое станет твоим. Интересно, что там хранится? И у меня на это есть 2 часа, да? По-любому одна монета. Золотой сундук открыт. Да, ты везунчик. Тебе достался легендарный сундук. Даже мне не терпится посмотреть, что же там в нем достанется. Легендарный сундук, да, открыть. Получена одна золотая монета. Ну, в принципе, как я и думал. Ой, кажется, с сундуком тебе не повезло. Кстати, если наша семья снова застрянет в доме, мы великодушно поделимся фамильными ценностями еще раз. Попытай удачу в следующий вторник. Вдруг повезет. На самом деле это было ожидаемо, слышите? Просто развод на деньги. Сколько я потратил? Подождите. 10 за эту, 100 за другую и 800. Короче, 900 с чем-то я потратил. Прикольно. Прикольные двери. Надать. Угар-угар. Так, мне нужна дверь повыше. И все? Дом под наклоном. Стоп, а его тут раньше не было. Ух ты, только что мимо прошел Сальвадор. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как... жутко сильным, как он. Так, это мне нужно вы сюда, да, получается, зайти? А тут я, да, не могу пройти точно. Ясно, понятно. Надеюсь, мы еще не опоздали. Что? Что за... Инферно? Последняя реликвия. Лорд Сальвадор, как и было обещано. Во всей своей красе. Зло вновь одержало победу. Тишина, не перебивать. Наконец, передо мной распахнутся врата в другой мир. Что? Начат процесс слияния реликвий.
сердце, темнейшее измерение. Наконец-то пришел в себя. Ты потерял сознание на церемонии. Тебе сильно ударило? А может, снились какие-нибудь сны? Да, Лучадор, я обманул тебя и твоих друзей. Я верный слуга лорда Сальвадора. И ты будешь сидеть в этой камере до тех, пока мы не решим, что с тобой делать. Лорд Сальвадор. Неужели ты и есть тот самый Хуан, который поборол Калаку? Раньше я восхищался тобой, потому что ты, как и я, всегда добивался сам. Нам пришло потрудиться, чтобы заслужить признание. Однако, теперь ты его лишился. Слабые удары, неуверенность в себе. Как смеешь ты носить маску и пояс? Быть лучшедором значит совершать возможное и невозможность во имя маски. Превозмогать себя, идти на жертвы. Я до сих пор не убил тебя лишь из жалости. Для меня ты никакой не лучшедор. Не стоит благодарности, приятель. Убедить Сальвадора не убивать тебя — самое малое, что я мог сделать. Кошак ушел. Теперь слушай, как можно отсюда выбраться. Прикольно. Так, давайте сразу посмотрю по карте. А, смотрите, а мы еще в Дивном острове не были. И в Змеином храме мы еще не были. Поэтому у нас еще довольно много будет времени на все это. На изучение. Так, стоп, сразу я ничего не упускаю. А, показалось. Она тут кровати какие-то. Он их бафает сильно. Так, замок. Так, не сам. Блин, а... Так они вообще никчемные, типа слабые, а он их очень довольно сильно бафает, я вам скажу.
Так, и сколько мне дадут? 600 с чем-то. Вау. Так, раз, два. Поток воды сразу делаем, который мне нужен. Отлично. Приятель, есть ложка? Ладно. Сайт. Так, готово. Полети. О, что новенькое. Скелеты, пауки, нихера себе. Думаю, типа так легко можно споймать и остановить. Ага, через это нельзя проскальзывать. Жареным цыпленком запахло. Так, арена очередная. Сделай плюхи. Легко. Да почему ты нормально не берешь? Что за бредятина?
не пойму, почему за курку я не могу нормально цветок споймать. Так, готово. Здесь тоже мне нужна куриная способность. О, я еще с ее как раз и получу, наверное, яйцеметание. Нихера себе. Пророчество сбылось. Пророчество, пророчество, пророчество. Легендарный человек-цыпленок спустился с небес. Куриный спаситель, блядитель, пророчество. Спаси нас от птицы, чье имя нельзя называть. Птицу, чье имя нельзя называть. Типа Волдеморта, да? Наше драгоценное золотое яйцо коварно украл ястреб. Кто? Ястреб? Ой, то есть птица, чье имя нельзя назвать. Негодяй пробрался в наше убежище через канализацию и спустился к Актуардо. Правда, мы понятия не имеем, как они пробрались. Чудеса природы. Но кто мы такие, чтобы сомневаться в природе чудес? Я хочу тебе кое-чему показать. Следуй за мной. Если что, упорная слева. Я вообще не знаю, кто это на самом деле. Главное, ты должен победить злого стервятника и спасти всех птиц, как гласит пророчество, и мы будем навеки тебе благодарны. Но ты также можешь собрать особый ключ, и я помогу тебе открыть эту важную дверь. Важная дверь, важная дверь! За важной дверью хранится легендарное особое послание. Особое послание, особое послание. Только не забудь вернуться ко мне, если отыщешь все 5 фрагментов особого ключа, где бы они ни оказались. Впереди еще много испытаний. Ой, избранный. Пускай эта сила поможет тебе справиться со злодеями. Куриное скольжение. Не подведи нас. Подожди, а куда я иду? Бац. Слушайте, изи на самом деле. Так, я сейчас специально лечу вниз, потому что здесь еще что-то слепо есть. Извини, Чедор, но золотой туалет только для кур-иллюминатов. Возможно, мы разрешим тебе им воспользоваться, если докажешь, что ты этого достоин. Серьезно? И теперь мне сам назад бежать, снова это все херь проходить?
Ну слушайте, зато мы теперь участвуем в пророчестве с вами каком-то. Стоп, а что за гор... это куда я должен попасть, точно. Оно будет намного быстрее, если ты мышкой помахаешь. Ну, не мышкой, а кнопками помахаешь делать. Что ж это было? Странно. Ладно, давай превратимся в кур, выберемся из этого тюремного отеля через канализацию и встретимся в болотном городе с человеком-козлом из другого измерения. Но зато и получается, у меня теперь есть все, да, способности. Хера себе. Это что было за перо такое? Манать оно имбовое. Не, главное то, что я не рофлю. Оно релимбовое. У меня уже ни хера у меня денег. Так, изучить умение. Или куриную способность изучить. Крутой куриный удар. Блин, даже не знаю, ребята. Фиг знает. Ладно, вот это прокачаем. Все дело. Так, на всякий случай сделаем так. Я даже не знаю, я понял, конечно, для чего поток, но мне он не нужен. Я без потока, как вы видите, все сделал, исправился. Ау. Так.
Благодарь, приятель. Эти негодяи твой урок надолго запомнят. Спасибо за помощь. Времени нет, я за компотом не чесать будем. А теперь давай работать, чтобы как два сапога пара. Ну давай, приятель. Покинем эту чертову тюрьму. Ну это знаете, как тот начальный скелет, который постоянно ножиками дрался? Ау. Ау. Ну ладно. Так, превращаемся в человечка. Ой, бля, это ж с первой части, эти молниеносные. За них хотя бы денег дают по 240. Это нормально. 309 просто так. Это чё? Чтобы совершить повторный апперкот, нужно взять желтую сферу выносливости. А, нифига себе. А, то есть мне еще и плюс выносливость возвращается. А, интересная механика. Да, интересная механика в натуре. Не, знаете, я типа по мини-карте думал, игра типа, ну, будет короче, а она сейчас, я вам скажу, не такая же короткая. Типа, ну это уже какая серия, даже не знаю. Десятая. Эх. Так, мне скоро уходить, давай быстрее. Мне до куда-то хотя бы нужно дойти, так. Ау. Зараза. Так, отлично. Арена. Ну слушайте, 200, то что за них вот так много дают, это довольно хорошо. Thank you.
Вот зараза. Так, не выпускай, да, все еще? Так, ну понятно, нам туда, значит, мы сюда пойдем. Так, сокращение пути сделал. Пасхалок больше никаких, да, нету? Ага. Ну, пойди так. Пойди как-то так. Повторюсь снова, пойди. Знаете, уровень долгий какой-то. Чуть не обосрался. Да, 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 сейчас они все будут еще и усилены. Все? А, я понял. Надоел. Сколько я должен мучиться? Манат, он его забафал. Нормально, полетели. Все отлично. Бац, 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 бац. Звук как в портале будто. Пока что путь к свободе преграждает пара сторожевых вышек. Но ты с ними в два раза счета разберешься. Зависли что, ага? Ты мне помог, а Цып такого не забывает. Счастливо оставаться, приятель.
О нет. Хуан, небо, черные тучи, они сгущаются. Это не тучи, я тебе скажу. Ну, я думаю, с твоей семьей все хорошо. Хуже, чем в этом измерении, попросту быть не может. Пойдем. А, типа, они из темного измерения выходят? Нифига себе. Блин. Ну да, это намного сильнее враги, чем до этого были. Ау. Блин, нам бы сбежать быстрее с этой тюрьмы чертовой. А вот и где. Дай-ка я тебе... Хуан, я хочу научить тебя удару головой. Эй, может тебе помочь? Нет, я обучу удар головой. Это бег по стене. Ой, о нет, я снова ошибся местом. Ага, тебе нужно телепортироваться обратно и войти в разлом чуть левее. О, понял. Я дал маху. Да-да, ты далеко зашел. Ага, спасибо. Так, на чем мы остановились? Ах да, цепляйся на стены, да-да-да, чтобы бежать по ним. Хорошо. О, да, теперь у нас есть бег по стене. Еще нужен полет по стене. Так долго. Ау. Все? Манать мне всего надавали. Yeah.
знать, тут все так быстро происходит. И у меня времени нету, надо уж бежать, елки-палки. Все, ладно, давайте, я думаю, тогда здесь мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.